Иерусалим. Правда, еще я не знаю, где я. Сейчас буду все это дело смотреть в интернете, куда идти. Я плохо подготовилась. Я, как всегда, в своем репертуаре, без всяких экскурсий, сама вот иду. Самое главное, чтобы не заблудиться. Такие маленькие улочки. Я не знаю, там видно или нет. Все из желтого камня. Ладно, я думаю, разберусь. Google в помощь. Все очень похоже на Черногорию. Здесь уже русской речи намного меньше. То, что в Батьяме. Какое-то место. Какую-то экскурсию проводят. Очень узкие проходы. Я сделала такую хорошую обувь. Смотрите, какие камни. Представляю, сколько здесь тысячелетиями. Так, вот карта. Надеюсь, что я сейчас разберусь, куда идти. Сейчас я попытаюсь найти стену плача. Конечно, туда мне надо точно дойти. Тут самое главное, надо не уйти в какие-то мусульманские улицы. А вот и полицейские. И вот, пожалуйста, отдыхают как люди. Кстати, фоткаются русские, только наши могут. Ну вот, вы видите, если идет, по-моему, разделение. Хотя я не знаю, наверное, вот там мужчины, а здесь, наверное, женщины. Сейчас я разберусь. Сейчас я напишу, ну, то, что мне хочется, напишу, то, что я буду просить, и постараюсь положить туда. Сейчас поближе подойду. Ну вот. Ради чего очень многие люди сюда ездят. Сейчас я вот тут дырочка. Сейчас я постараюсь показать. Да, вот вижу здесь одни мужчины с этой стороны, видите? А там женщины. Вот так вот. Вот так. Женщины и туристы. Ну вот я написала записку. Сейчас я подойду к стене и постараюсь туда положить записку. Ну, не скажу, что попросила, потому что это только мой разговор. Пойду попрошу. Я дождалась очереди. Стояла около стены, положила записку. Все было очень так. Не знаю, какое слово подобрать. В общем, у меня такие чувства меня переполнили почему-то. Не знаю даже. Хочу вам показать. Такое хорошее место. В церкви очень жарко. Надеюсь, что здесь можно снимать. Фух. Очень долго шла. Сейчас постараюсь где-нибудь купить свечи и это зажечь их. Прохладно здесь, хорошо. Сегодня очень солнечный день, жарко. Хотя по израильским понятиям это очень холодный день. Под нашим жарко. Вот такой храм. Сейчас купол пока попробую показать. Ой, какой красивый свет оттуда. Немножко темновато. Но она какая-то не такая церковь. Не как нашинская.
Вот какая-то она не такая. Что-то мне... Я не понимаю, в чем. Пол очень красивый. Темно, но я все равно сниму. Это вот как бы церковь, как бы здание, одна стена, потом такой коридор вокруг идет. И как бы внутри там вот еще как бы одно сооружение, это полукруглая стена. Все равно что-то как-то как не у нас. В общем, я не подготовилась. Я не прочитала как следует. Теперь мне очень, в общем-то, сложно ориентироваться. Там еще, смотрите, вниз какой идет. Ой, ну я туда не пойду, я потом не вылезу. Классно. Дети. Ходы кругами, кругами. Какие камушки я иду. Такие. Наверное, сколько тысячелетий тут. Вот запомню, как мои ноги ходили по ним. Вот, я уже побродила. Сейчас тут я кушать села в ресторане. И ресторан такой с панорамным видом. Поэтому я сюда и поднялась. Ой, классно. Вид сумасшедший. Просто сумасшедший. Очень красиво все. Классно. Мне нравится. Даже не знаю, что комментировать, потому что стыдно. Я ничего не выучила про Иерусалим. А поехала это... Поехала... Естественно, не люблю этих гидов, потому что у них программа всегда такая длинная. И ну, я ее могу не выдержать просто. Я вот сколько погуляла, столько и погуляла. Сейчас видно ресторан. Такой вот. И не сильно устала. Я все боюсь всегда сильно устать. Все. Сейчас. Что я есть буду? Слышите, как поют? Классно. Колоритно вообще.